Самарские медики возложили цветы к вечному огню на площади Славы. В торжественном митинге, посвященном памяти погибших в Великой Отечественной войне, приняли участие сотрудники городских больниц, поликлиник и областных диспансеров. К ним присоединились работники промышленных предприятий и воспитанники хоровой и хореографической школ города. Инициатива главы региона провести эстафету церемонии возложения цветов получила всеобщую поддержку населения. С первых дней мая жители области несли к горельефу скорбящей матери Родине ярко-красные гвоздики в знак уважения к великому подвигу. Учитывая сегодняшние события, которые происходят в мире вообще, люди забывают, что такое фашизм. Вот, к сожалению, вот это возобновится, если мы не будем помнить это. И отразится на всех нас и на будущих поколениях. Поэтому помнить нужно обязательно.